Сырым Алимбеков. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Я вот мечтал попасть в этот проект уже, ну, не знаю, более 10 лет, наверное. Ждать столько лет, вы представляете, и бац, у тебя на родине, и у тебя в городе. Перед срывом сегодня стоит очень-очень сложная задача. В полуфинале, да, по сложности трюков, безусловно, будет более опасные, более зрелищные трюки. Вообще нет слов, все здесь. Уважаемые судьи, ну, наверняка есть что сказать. Есть, конечно. Сырым, а где девочка? Это моя ученица, зовут ее Лель. А, молодец. Ты просто, ты тот раз нас еще удивила, а в этот раз еще больше удивил. Вообще такой красивый номер, прям как в сказке все было. Действительно, как во сне. Молодец. Мне очень понравилось номер. Случилось главное то, ради чего ты здесь в полуфинале. Ты показал нам бешеный рост качества своей постановки, номера. Сырым, Лиель, вы оба большие молодцы. Браво! Рахмет сіздерге, Лиель, Сырым.
Увидимся позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.